30 августа на центральной площади города работники социально-психологического центра совместно с молодыми мамами Славутича организовали флешмоб, чтобы привлечь внимание окружающих к проблемам этой категории людей. Это организовывал социально-психологический центр. Я там провожу группы с молодыми мамами. То есть дети от 7 месяцев к нам приходят до 3 лет. И мы больше всего начинали обговаривать тему, да, что маме сложно морально быть в декрете, да, морально быть одному с ребенком. То есть на самом деле исторически никогда не было, что женщина одна наедине с ребенком целыми днями. То есть раньше жили люди все-таки общинами, да, и общались большими группами. То сейчас женщина находится в уединении. И плюс на нее давит огромное количество стереотипов. То, как она себя должна чувствовать после рождения ребенка, как она должна себя вести, какие есть ожидания к ребенку. Да, и мы весь месяц в нашей группе обсуждали профилактику эмоционального выгорания мам. И в завершении этого месяца, августа, мы тут решили устроить флешмоб, который называется «Мама – сердце семьи», да, потому что мама действительно является тем, что заставляет двигаться энергию в семье. И как она проходила, эта акция? Мы на площади вчера собрались нашими активными мамами и мамами, которые гуляли на площади. Начали ходить по знаку бесконечности. Что это означало? Что мама каждый день как в замкнутом круге. Как, есть ощущение, что этот день никогда не закончится, потому что изо дня в день мама делает на самом деле одно и то же. Вот. Но выход есть. Это вместе собираться. Это просить помощи, искать какой-то поддержки. И в кругу профессионалов, таких психологов, как я в нашем центре, у супругов, у свекрови, у тещи, у бабушек, дедушек. Да, говорить, мне тяжело, да, дайте мне несколько там, часов в неделю, чтобы я отдохнула так, как я хочу, так, как, чтобы я себя снова почувствовала женщиной, не только матерью. Тогда, на самом деле, намного лучше отношения с ребенком, намного лучше отношения с мужем, с бабушками, дедушками. Потому что женщина приходит одухотворенная, отдохнувшая. Эта акция была как профилактика плохих отношений в семье, да, и болезни ребенка и мамы. Да, чтобы женщины понимали, что в мире они не одни, и остальные мамы живут в таком же замкнутом круге, как они. Да? Но если они усилием воли пойдут искать помощи, то они всегда это найдут. Надеемся, подобные мероприятия помогут молодым семьям стать более внимательными и взаимовежливыми друг к другу. А молодым мамам найти поддержку в своих семьях и в кругу таких же мам. Почувствовать себя по-настоящему важными, нужными и счастливыми.